Больше сотни начинающих крымских боксеров поучаствовали в чемпионате Республиканской детско-юношеской спортивной школы номер один. На ринг многие дети вышли впервые в жизни. Лучшие из них получили право выступить в чемпионате Симферополя, а затем и Крыма. Но перед началом первенства тренерский штаб посмотрел в деле также спортсменов 10 и 12 лет, которым предстоит сформировать сборную для участия в турнирах 2015 года. Наставники отобрали 40 самых сильных и достойных, но это лишь первый этап на пути в сборную. Мы еще будем проводить и открытый первенство Симферополя. Чемпионат Крыма будем по этому возрасту проводить на будущий год в марте. Поэтому еще это... Но главное, чтобы мы уже на заметку взяли этих талантливых ребят. Андрей Самков из Ялты опытнее многих ребят. Он занимается боксом целый год, а в ринге за это время успел провести 5 боев. Лишь однажды уступил в 3 поединках, одержал победу. На этот раз бой с участием Андрея завершился в ничью. С каждым выходом в ринг переживаний у начинающего боксера становится все меньше. Собрался, так у меня тренер говорил, соберись, там нужно разогреться. Я разогрелся, там говорил, с уклона бить. Я бил его снизу. В общем... Он меня тоже выматывал, как и я его. Тренеры внимательно изучают манеру и способности каждого участника. Несмотря на то, что большинство ребят еще не владеет техникой бокса, для наставников важно не упустить талант и дать шанс каждому. Здесь все ребята, все тренера отбиваются и готовимся на основные, на официальные соревнования. Но это нужно делать в каждой школе, наверное. Поэтому здесь набираются ребята опыта. Ну, для дальнейшего подготовления к официальным соревнованиям первенства Крыма и первенства России. Продолжится спортивный сезон в крымском боксе уже в ближайшую пятницу. В клубе «Таврия» пройдет турнир памяти одного из первых учеников легендарного Педро Саес Бенедикто, чемпиона РСФСР Анатолия Мельника.